בשכונת שפרינצק בחיפה מתגוררת אישה שמאחוריה עומד סיפור חיים משמעותי. שמה מריה, ולפני כ4 חודשים בעלה הלך לעולמו. בעלה פיסל עשרות פסלים ובכך איתר את הגינה שהייתה מוזנה. לאחר מותו, השכנים כמחווה החליטו להנציח אותו על כל הטוב שעשה לאנשים ולבניין כולו. ובחרו לקרוא לגינה השכונתית על שמו. מריה, אני מריה. В этом доме Израиле 7 лет. Мой муж очень любит Израиль. Любил, вернее. Его уже сейчас нету. 4 месяца, как его похоронили. Он умер. Он говорил, Израиль, the Bayit Shel Elohim. Ну, что я могу сказать? Он был очень хорошим человеком. Он всем помогал. Всем безвозмездно. Бли кэсэд. И вот о нем осталась память эти скульптуры, псалимы, которые всегда будут напоминать его. Он построил здесь не только псалимы, а сад вырастил. Много насадил деревьев, кустарников, цветов. Все это его работа. Я ним очень горжусь. Мы с ним прожили 49 лет с мужем. Рабоюрение. Мы сами с Украины. Когда нам было по 20 лет. Мне было 19, а мужу было 22,5. Вот. Ну, познакомились, влюбились и на всю жизнь. Двое детей вырастили. У нас 7 внуков и 1 правнучка у меня уже. Жалко, она, конечно, родилась немножко позже смерти мужа. Он так не увидел ее. Но дочь, мы приехали. Да. Во-первых, потому что мы евреи. Это раз. А во-вторых, ну вот, зов души, наверное. Тем не менее, я, допустим, жила на Украине, я иврита не знала. Но когда я слышала еврейские песни, у меня слезы выступали. Он заболел сердцем. Ему делали центур. Было очень сложно. 3 часа делали ему центур. Но все-таки врачи его спасли, помогли, и он был очень благодарен Израилю за то, что ему вернули жизнь, к жизни вернули его. А умер он от онкологии, сортан. Ну, такая грустная история. Из всей скульптуры он начал делать только здесь, в Израиле. Первая работа, это его был Лев Ариэль. Он очень сильный человек духом. И вот он после этого начал делать, и в его голове начали развиваться фантазия. И он сделал столько. А раньше он этого не делал. Это только здесь. Откуда взялась идея? Идея в голове вот такая появилась. Он вообще мастер, как говорят, на все руки. Золотые руки он не занимался. А просто он себе вот начал фантазировать в голове. И попробовал. Получилось. Он их делал из бетона. А внутри борзель была. И получилось. Видно, в него заложены такие способности, но он их раньше не развивал. А сейчас вот так его, как говорят, прорвало. Подливый труд такой. Ну, так он. Получалось у него. Причем он сделал очень много скульптур и своим друзьям, у кого тоже были собственные дома, на память. О нем осталась память. Везде. Там 2 лебедя у меня, Барбурин. Это, я девочкам говорю, чтобы они поняли, Зематана Бешвили. Анахну Баяхат Арбаим Вехамеш Шаним. Много лет, но мне цена эта гордость большая для нашей семьи. לאחר פגישתנו עם מריה, גילינו את העוצמות שלה ולמדנו מתוך סיפור חיה המרגש שכל דבר יכול לחזק. בין הבלבול האסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת,